зажигай под эгидой «Танцуй, Россия» проходит в течение года в три этапа. Первый зональный этап состоялся осенью 2022 года. Тогда наши ребята достойно выступили в одной из 14 зон. Соревнования проходили в столице Башкирии. А 28 апреля Виктория приняла участие в полуфинале международного хореографического конкурса «Зажигай». Каждая группа возила по два номера. Первый класс возил новый номер «Жадина» и «Переполох пути». Третий, четвертый класс возили «Ах, весенние маленькие наездники». И наши старшие девочки возили «Глубинные воды» и «Кипчакские воительницы». В целом, как оцениваете выступление свое? Дети выступили хорошо, только были очень уставшие. Мы занимались, искали места, где провести тренировки, и выступили. В этом масштабном конкурсе приняло участие свыше 150 тысяч ребят. География фестиваля охватила более 40 городов России. Полуфинал проходил в 6 крупных городах страны. Виктория блистательно выступила в Екатеринбурге, где приняли участие Дальний Восток, Сибирь и Урал. На всех этапах конкурсантов оценивали почетные эксперты жюри. Там очень много было коллективов, около сотни коллективов было. Мы, конечно, прошли. Полностью лауреаты, все три группы стали лауреаты первой степени. Но самое удивительное в том, что вот наши малыши, третий, четвертый класс, они взяли все десятки. Другие все остальные две группы, первоклашки и седьмой, восьмой класс девочки, они взяли 9 до 9-8 баллов. А все остальные коллективы где-то до 9 баллов. Настолько подняли Россию, Викторию в этом курсе. Ну, это прям чудо какое-то просто. Ну, просто очень было приятно. Ребята получили от конкурса массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Сейчас викторята начали подготовку к следующему заключительному этапу конкурса. Финал хореографического фестиваля «Зажигай» состоится этой осенью в Москве. Ксения Белалова, Эдуард Новиков. Информационная программа «Ежедневник».